Здравствуйте, вы смотрите программу Discovering Казахстан. Мы находимся в Жамбылской области, на юге Казахстана. Открываем и узнаем новое о древнем городе Тараз. Сегодня мы приехали в село Айша-Биби, расположенное в 18 километрах от города. И я расскажу вам захватывающую историю о великой и трагической любви. Известная легенда зародилась еще в 12 веке и сохранилась по сей день. Казахстан – страна, богатая культурой, традициями и легендами, которые появились еще в период Средневековья. Истории, связанные с культурой Великого Шелкового Пути, правлением ханов, героическими сражениями и, конечно, предания о любви, передавались из уст в уста, из поколения в поколение. И они зачастую имеют много версий. Людская молва донесла до нас сегодня величайшие из легенд. И такой стала история об Айша-Биби и ее великой любви. История любви, о которой я упомянул ранее, начинается здесь. За моей спиной вы можете увидеть два мавзолея. Я поведаю вам о них позже. Прежде всего, хочу рассказать о главной героине легенды – Айша-Биби. В казахском языке «биби» — это приставка к женскому имени. Она используется для обозначения молодой незамужней девушки. Айша-Биби воспитывалась под присмотром няни по имени Бабаджа Хатун. Хатун — это уважительное обращение к женщине старшей по возрасту, замужней. История Айша-Биби очень печальна. Девушка преданно любила смелого воина, Карахана, но она так и не стала его женой. Айша-Биби умерла прежде, чем смогла выйти замуж за своего возлюбленного. Посмотрите на этот мавзолей, вершину его купола. Он выполнен в форме казахского свадебного головного убора невесты, саукеле. Этот мавзолей стал символом вечной невесты. Сюда приходят очень много молодоженов. Это религиозный памятник, поэтому здесь вы можете также увидеть женщин в платках. Они приходят сюда помолиться. Это своего рода дань уважения. Вы спросите, почему? Отца Айша-Биби звали Зенги Баба. Приставка «Баба» говорит о том, что он был уважаемым человеком в обществе, старейшиной, верующим. Он одним из первых принял мусульманство, которое в 11 веке только пришло на территорию древнего Казахстана. Зенги Баба, как я уже сказал, был отцом Айша-Биби. И он не одобрил выбор девушки, запретил ей выходить замуж за Карахана. С этого и начинается трагическая история любви. При посещении мавзолея, как и других святых мест в Казахстане, в том же городе Туркестан на юге страны, в котором мы побывали ранее, нужно соблюдать традиции. Прежде чем войти в мавзолей, нужно обязательно снять обувь. Потом вы можете пройти внутрь и обратиться к Всевышнему с молитвой. Очень часто мавзолей посещают молодожены. Они приходят сюда помолиться за свою крепкую семью, брак. Давайте сядем с этими молодыми людьми и помолимся вместе с ними. Усыпальница Айша-Биби – чудо средневековой архитектуры. Этот мавзолей отличает уникальный купол в форме саукеле, казахского свадебного головного убора, изящной башни-колонны. Сооружение облицовано резными терракотовыми плитками. Они украшены 60 видами орнаментов. Каждая из плиток закреплена при помощи клиньев, расположенных на тыльной стороне стен мавзолея. Итак, мы побывали внутри мавзолея Айша-Биби, а сейчас я расскажу вам немного об этой прекрасной юной девушке. Она была родом из средневекового Самарканда. Сейчас этот город находится на территории современного Узбекистана. Айша-Биби полюбил правитель Тарас Карахан. Кстати, в то время этот город был одной из столиц государства караханидов. Согласно традициям, молодой человек попросил руки девушки у ее отца, но получил решительный отказ. Зенги Баба не захотел отдавать дочь за чужеземца.
Но искренняя любовь двух молодых людей была настолько сильна, что Айша Биби ослушалась воли отца. Ночью с няней Бабаджа Хатун она покидает дом и отправляется к своему любимому. Узнав про побег, рассерженный Зинги Баба сказал ей вслед: «Шесть рек ты перейдешь, а седьмую перейти не сможешь». Заклятие отца сбылось. Караван Айша Биби действительно смог пересечь только шесть рек. На берегу седьмой реки, Аса, девушку укусила змея. Она пряталась в головном уборе, саукиле, который Айша Биби решила одеть, готовясь к свадьбе. Укус змеи оказался смертельным. Айша Биби так и не смогла увидеть своего возлюбленного. Скорбя по своей любимой, Карахан приказал построить на месте ее гибели мавзолей сказочной красоты. Мавзолей Айша Биби действительно уникальное творение средневековых зодчих. Он был построен в 11-12 веках. Около 30 лет назад ученые задумались о реконструкции мавзолея. Они долго решали, как лучше это сделать, какую технологию применить. В итоге этот памятник был реставрирован только 10 лет назад. Посмотрите, эти узорчатые терракотовые плитки новые, а чуть выше можно увидеть старинную облицовку 11-13 веков, которая уже начала разрушаться. Именно поэтому и было решено провести эту реставрацию. Видите, сейчас идет дождь. Это хороший знак. Одну из угловых башен мавзолея украшает надпись: «Осень, тучи, земля прекрасна». Возможно, это символ того, что жизнь продолжается. Пришла осень, природа увядает, но пойдет дождь, и все возродится вновь. Появятся новые краски жизни. Теперь я хочу вам немного рассказать о богатой отделке мавзолея. Как я говорил ранее, внешний фасад облицован резными плитками с узорами. Если внимательно присмотреться, то на плитках можно увидеть геометрические орнаменты, растительные и животные мотивы. На облицовочном материале изображены цветы, бараньи рога. Все это — орнаментальное искусство древних племен, населявших Казахстан. If we go further down, you can see the more geometric themes that are associated with Islam, and this shows the Islamic heritage of this particular mausoleum. Эти два памятника, мавзолей Айша Биби и Бабаджа Хатун, расположенные рядом с городом Тарас, уникальны по своей архитектуре и не имеют аналогов в Центральной Азии. Их главная особенность – купола. У мавзолея Бабаджа Хатун редчайшей конструкции шатровой купол. Его покрытие ребристое, состоит из 16 граней. Такая конструкция очень напоминает зонт. Итак, это сооружение немного меньше мавзолея Айша Биби, который мы недавно посетили. Напомню, что Бабаджа Хатун была няней молодой девушки. Она очень любила свою воспитанницу, и поэтому после ее смерти стала присматривать и ухаживать за могилой Айша Биби. До конца своих дней наставница оставалась хранительницей мавзолея. В знак признания такой любви и верности Бабаджа Хатун похоронили недалеко от Айша Биби и построили вот этот мавзолей. А теперь мы собираемся отправиться по тому же пути, который совершила Айша Биби, в путешествие, которое стало для нее последним.
Эта аллея, по которой мы прогуливаемся, ведет к мавзолею Карахана. Он находится в 17 километрах от этого места, в городе Тарас. Туда мы сейчас и направимся. А по дороге остановимся на берегу реки, там, где, по легенде, змея укусила молодую Айша-Биби. Эта река называется Аса. Она протекает недалеко отсюда. Находится между мавзолеем и Таразом. Река Талас берет свое начало в Тяньшанских горах и протекает через Тараз. А недалеко от города, западнее его, проходит еще одна река – Аса. Именно ее должна была пересечь Айша-Биби на пути к своему возлюбленному из Самарканда в Тараз. Но так и не смогла. Здесь она погибла от укуса змеи. Величественный мавзолей Карахана находится в прекрасной парковой зоне, в самом сердце древнего города Тарас. Над созданием каменной облицовки этого памятника культуры работали более 30 мастеров. Это сооружение, реконструированное в 1906 году, значительно отличается от мавзолеев Айша-Биби и Бабаджа-Хатун по своему стилю. Его вход находится в глубине арки, лицевой фасад обрамлен минаретами. Эта древняя красивая легенда о любви, безусловно, не единственная из сохранившихся в Казахстане. Мы обещаем в будущем рассказать еще больше интересных историй. И в следующий раз мы снова встретимся с вами, чтобы узнать побольше об этой стране в программе «Discovering Казахстан».